Ежегодно городской историко-краеведческий музей проводит для жителей нашего города «Ночь музеев», приуроченную к Международному дню музеев. Формат праздника меняется каждый год. На этот раз экибастузцам была предложена новая программа. Сначала посетители стали участниками выставки-ярмарки ремесленников «Арт-базар». Затем прошло традиционное национальное чаепитие под названием «Самаурыным Кайнасын Дастарханым Жайнасын», где представительницы старшего поколения провели мастер-класс по прядению пряжи. Очередь также была отведена интересным национальным играм, в которых с удовольствием приняли участие юные зрители. В ходе мероприятия прошел мастер-класс «Конкурс изобразительного искусства», посвященный 120-летию Абельхана Костеева. Также сотрудники музея организовали для посетителей показ фильма «Атамекен». Свои музыкальные номера исполнили артисты школы искусств «Арт Продакшн» и «Экибастуз». Thank you.